Ну, это как раз вообще место, где я родился, живу. Мне на самом деле очень нравится вообще на Сельмаш. Тут достаточно зелено. Так красиво, внушевно на Сельмаше. Вот что. Вот как можно охарактеризовать одним словом. Привет, Лука. Слушай, ну вот это все у нас Боровского. Сама улица, да, там получается, вот в ту сторону пошла. Это вообще площадь Молотова называется. Вот мало кто знает. Пожалуйста, вот мы идем, например, да, то есть у нас здесь сливы идут выбоины без решеток, что, соответственно, затрудняет движение мамам, там, колясочникам, причем там, ну, уровень нормальный, и велосипедистам. Я уже даже не говорю об открытой земле, да, которая вот здесь просто, ну, вот, как грядка какая-то. Мы с ней рожали, она хотела его. Это тоже, соответственно, вот прям грядка, да, кто-то сделал, у себя прям палисадничек. Ну, а можно же было все... Как-то это личная инициатива. Это личная инициатива, а можно не личная инициатива сделать красиво вот здесь вот, да? Даже тоже. Всероссийская организация инвалидов. Ну вот, вот, вот смотрите, ребят. Вот, Всероссийская организация инвалидов. Вот, ливневые канавки без решеток. Классное сочетание. Ну, давай отдадим должное хотя бы, что есть. Ну, есть хотя бы пандус, здание, да. Пандус, да. А иначе бы они вообще не зашли в свое здание. Но они же должны еще к своему зданию приехать на коляске. Да, это, ну, как бы мне кажется, что это просто... Ну, издевательство в какой-то степени, знаешь. Ну, об этом, вот они, я об этом и говорю, что оно было сделано, когда еще, может, там об этом и не думали так. Ну, думать-то надо. Ну, вот это вот все, посмотри, да, то есть это вся история, которая как раз благоустройство. Обваливается просто у дома стена. Вот эта мусорка просто вообще, посмотри сюда, то есть идем. Ну, как бы по ней очень много у людей такого негатива, да, потому что она, это сейчас она такая еще более-менее убрана, она вот начинается, бывает вот прямо отсюда начинают накидывать, ну, как ты видишь, тоже здесь сейчас. Отсюда вообще очень классно видно, да, там, и архитектуру нашего Сельмаша. Ну, кстати, архитектура довольно интересная. Конечно, это, конечно. Это 20-е, 30-е годы, да? Да, 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 это тот период времени. В том, что это раньше там были общежитиями, сейчас это коммуналки. Конечно, они в очень удручающем состоянии. Более того, вчера у меня на встрече были люди с этого дома. И говорят, что вот это вот то, что мы сейчас видим, это вот уже мы видим результат проведенного капремонта. То есть капремонт здесь уже был. То есть, а что ремонтировали? Фасад? Ну, капремонт подразумевает ремонт и фасада, и внутренних частей, но он как бы он. Фасад мы видим, да? То же самое там творится внутри, я так понимаю. То есть люди говорят, что там вообще жесть. Ну, кстати, была бы хорошая идея, да, просто природа еще не смогла ее доработать до конца. Ну вот, как мы. Озеленение крышное, да? Крышное озеленение. Крышное озеленение. Вот то же самое, вон у нас дом красивейший, да, ну, за таком удручающем виде. Кто-то здесь вот так вот взял, просто огородил. Опа, мое, моя парковка или что там, мое. Ну, а тут можно вот увидеть как раз такое культовое место, где у нас стоит комбайн Россельмаш, да, ДК Россельмаш. Но вот многие жильцы этого дома просто жалуются на постоянный шум. Причем шум и днем, и ночью, а ночью особенно, когда здесь начинают дрифтовать на этом круге. Вот этот вопрос тоже требует каких-нибудь урбанистических решений. Успокоение трафика, это, кстати, тоже такой очень важный момент.
успокоение автомобильного трафика. И, соответственно, за то, чтобы это было действительно безопасно.